Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы вот в таком широком составе с участием членов правительства Российской Федерации рассмотрим проект новой стратегии научно-технологического развития. Хотел бы также услышать предметные предложения по ее практической реализации. Сразу скажу, правительство и Совет по науке и образованию подготовили обстоятельный, взвешенный документ, над которым долго работали, провели большое количество встреч, обсуждений, совещаний. Учитывая решающую роль науки и технологий для страны, как вы знаете, ему придан особый статус. Прямо в законе прописано, что он приравнен к стратегии национальной безопасности. Остановлюсь на некоторых ключевых моментах. Первое. Следует сосредоточить внимание, повышенное внимание, на развитии фундаментальной науки, нацелить ее на получение принципиально новых знаний, поиск ответов на так называемые большие вызовы завтрашнего дня. Несмотря на непростую ситуацию, необходимо поддержать уровень расходов на фундаментальную науку в процентах от ВВП. Сэкономив здесь, сегодня, мы будем, безусловно, безнадежно отставать завтра. И допустить этого не можем. Поэтому наряду с бюджетными средствами мы направим и внебюджетные, чтобы в целом сохранить объем финансирования фундаментальной науки в процентах от ВВП в ближайшие 2-3 года. Второе. В результате широкого, открытого обсуждения стратегии выработана консолидированная позиция ученых, государства, бизнеса относительно приоритетов для науки. Сформулированы цели на ближайшую перспективу. Нужно прежде всего создать мощную технологическую базу, чтобы обеспечить опережающий рост экономики и глобальную конкурентоспособность отечественных компаний. Вывести на новое качество медицину и сельское хозяйство. Ускорить освоение наших территорий, включая Арктику и Дальний Восток России. Решить задачи такого уровня возможно только при концентрации бюджетных и частных ресурсов, при тесном взаимодействии между наукой, органами власти и отечественным бизнесом. В рамках национальной технологической инициативы соответствующие инструменты уже созданы, и коллеги, работающие над проектом национальной технологической инициативы, здесь сегодня присутствуют. Я просил бы их также поделиться своими оценками и своим опытом. Третье. Надо раз и навсегда отказаться от практики размазывания бюджетных ресурсов тонким слоем между исследовательскими организациями. Деньги должны выделяться эффективным коллективом на основе конкуренции и конкурсного отбора, с тем, чтобы мы рассчитывали на получение нужного нам конечного результата. На этих принципах работают инструменты Российского научного фонда. Будем и дальше наращивать возможности этой структуры как за счет средств государства, так и из внебюджетных источников. В следующем году бюджет фонда будет увеличен до 17,7 миллиарда рублей. Наконец, учитывая масштаб целей, считаю необходимым выстроить современную систему управления научно-технологическим развитием. При этом исключить дублирование, когда схожими, а то и практически одинаковыми научными задачами занимаются разные министерства, ведомства, госкомпании, а то еще и дважды-трижды получают за один и тот же результат. Я прошу Совет по науке и образованию совместно с Академией наук и правительством в короткие сроки представить предложение и на этот счет. Уважаемые коллеги, новые технологии создают ученые, исследователи. От их открытий, разработок в решающей степени зависит успех всех наших планов. Поэтому и государству, и бизнесу необходимо направить дополнительные усилия, ресурсы на укрепление кадрового потенциала отечественной науки. Кстати говоря, вы сами это, конечно, знаете. За последние десятилетия число исследователей в возрасте до 39 лет увеличилось на треть. В целом, это очень хорошая тенденция. Сейчас вместе с нашими компаниями создаем механизм поддержки одаренных школьников, студентов, молодых исследователей. Считаю, нам нужно выстроить комплексную систему сбережения, развития талантов. Она должна охватывать, как я уже сказал, и молодых ученых.
Задача не только помочь молодым людям раскрыть свои способности, получить глубокие, качественные знания, хорошее образование. У молодежи должны быть стимулы, желание заниматься наукой именно в России, работать в интересах нашей экономики, в отечественных высокотехнологичных компаниях, исследовательских лабораториях. И для этого нужно им показать обязательно перспективу по времени. Мы уже не имеем такой опыт, когда люди подрастают, и мы видим, что у них очень хорошие перспективы, но им непонятно, где и как они будут работать. А тем, кто хочет их как бы забрать, особенно туда, подальше от родных рубежей, у них есть такое понимание. И их просто туда приглашают, и они часто туда уезжают. Нам нужно показать им перспективу, перспективу развития. И тоже хотелось бы ваше предложение на этот счет услышать. И, конечно, нужно развивать те эффективные механизмы, которые уже позволили привлечь в нашу страну ведущих ученых мира, в том числе наших соотечественников, которые долгое время, многие годы работали и успешно работали за рубежом. Вы знаете о целой программе так называемых мегагрантах. О мегагрантах могу еще раз сказать, проинформировать вас, что в рамках этой программы создано 200 лабораторий без всякого преувеличения мирового уровня и класса под руководством ведущих ученых. Речь прежде всего идет о постановке масштабных интересных научных задач, запуске исследовательских проектов с долгосрочным горизонтом финансирования. Словом, нужно создать такие условия, чтобы сделать нашу страну одним из центров притяжения для лучших ученых со всего мира. Давайте перейдем к обсуждению. Слово Андрею Александровичу Фурсенко. Прошу вас.